Я не понял, вы что дергаете? Сейчас я открою. Сейчас, секунду. Я не понял, вы что дергаете дверь? Здравствуйте. Полиция России. Будьте любезны, как? Пожалуйста, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации. Еще раз, как фамилия, я не расслышал? Росинский, Андрей Вячеславович меня зовут. Андрей Вячеславович? ДПС, да. Да. Отдельный батальон Юго-Восточного округа города Москвы. Капитан полиции. Да. Причина. Будьте любезны, пожалуйста. Причина, цель. Ваши документы. Причина, цель. Что не понял? Причина, цель. Что не понял? Причина, цель. Приказ, да. 664. Будьте любезны, пожалуйста, мне. Что приказ 664? Что это значит? Приказ 664. Что такое приказ 664? Что это за причина, за цель такая? Я вам еще раз говорю. Причина цели вас спрашиваю. Проверка документов. Абсолютно верно. Совершенно верно. Будьте любезны. У вас приказ 664 есть под данный? Будьте любезны, мне документы, товарищ водитель. Сейчас, конечно, сейчас разберемся с вами. Вы слышите меня? Что такое приказ 664, что все остальное. Вот сейчас... это вот на камеру исполнять не надо. Да, конечно, сейчас будем исполнять. Выкидывать. Конечно, посередине дороги препятствия. Вы поставили? Вы поставили? Я вызывайте сюда ответственного. Кого? Ответственного. Ваши документы. Товарищ капитан, ответственного. Ваши документы. Приказ 664. Что такое? Сейчас мы ваши прочитаем. Документы, товарищ. Что за приказ 664? Будьте любезны. Я предоставлю документы, когда будут причины и основания для... Я вам сказал, проверка документов. 664, да? 664. Да, хорошо. Сейчас мы с вами посмотрим, что за 664. Я долго не собираюсь ждать. Будьте любезны. На основании какого пункта приказа 664? Я вам еще раз говорю. Ваши документы. Я сюда могу перепарковаться, чтобы не мешать? Я сюда другой. Могу перепарковаться. Вы слышите меня? Документы будете предоставлять, водитель? Буду. Сценарий будет другой. Я буду. Какой говорю, сценарий? Сейчас остановим двух понятых, к вам будет применять. Останавливайте, хорошо. Звучит как сценарий плохого фильма. Я будь сюда могу машину перепарковать, я спрашиваю? Будьте любезны, нет. Останавливайте двух понятых. Так, останавливайте двух понятых. При этом вызывайте сюда, пожалуйста, ответственного. Что, говорите, на каком основании? На том основании, я вам еще раз говорю. Вы кто такой? Я еду на дороге творите? Препятствия. Это вы что творите? Это вы поставили? Это вы поставили? Оперативно. Сейчас, минуточку, я сейчас вы в 112. Где вы звонок? Где? Документы ваши. Где знак объезд препятствия? По 19.3. По 19.3 давайте. 19.3. Хорошо, 19.3. Ребят, отчаянно всякий случай. Марков Антон Александрович, два оборота меня остановили, потому что на дороге я остановился, бросил крутца в сторону. Остановились, стали 19.3. Товарищ водитель, ваши документы, будьте любезны. Причина и цель. Все. Цель какая, документы? Я вам все уже объяснял. На камеру можете исполнять все, что угодно, товарищ водитель. Детский сад. Вы остановили понятых. Вы это понятые? Посреди. Это понятые, скажите мне, пожалуйста. Я вам не позволю. Ваши документы, товарищ водитель. Это понятые, вы мне ответите на вопрос. Требую от вас. Требую. Требуйте. Подчеркиваю слово. Требую. Требуйте на основании чего? Водительское удостоверение, свидетельство о регистрации, страховой полис. Вы слышите меня? На ваше транспортное средство. Вы слышите меня? Требуйте на основании чего вы? Вы согласны дать мне передать в руки документы? Вы согласны мне ответить на вопрос? Не слышите. Вы что делаете, не пойму? Сюда выходим. Зачем вы силу применяете? Я передам документы. Я вас предупреждал. Вы силу меня отправите. Вы видите, что происходит? Вот здесь стоим. Документы я можно отдать? Телефон на капот! Руки на капот! Руки на капот! Руки на капот! Больше! Руки на капот! Телефон вот он лежит, припонятый. Документы подаю. Руки на капот. Где ваши документы? Руки на капот! Документы, вы что, болеете? У меня руки на капоте. Капот вообще там, давайте туда пойдем. На багажник, значит. Я документы вам могу достать или нет? Я документы вам могу достать. Где документы? Я достать могу, как я могу. Где находятся документы ваши? Удостоверяющие лично. Они находятся у меня в личных моих вещах. Где? Понятые стоят в штуке. Я вам достать могу. Можете я передать? У вас спрашиваю, вы не русский? Да, вы не понимаете, русский. Русский нет. Я вам взял, как и не ключи верните от автомобиля.
Инспектор, верните ключи от автомобиля. Страховой полис. Ключи мои верните автомобиле. Да, передам. Вам нельзя сейчас управлять. Я не буду управлять. Ключи верните автомобиль. В каком основании вы ключи забрали автомобиля? Вы видели, что у него ключи от автомобиля моего? Вы видели, как они меня бил, как он бил меня? Или вы не видели этого? А как крутил, видели? А за что он крутил меня, видели? За какое неподчинение? Чему? За то, что подойдите к автомобилю. Не забудьте интернет. Хорошо, конечно, будет. У вас огласка будет замечательная у вас, поверьте мне. Хорошо. Не пугайтесь. Испугались? Обосрался. Что сделали? Обосрался. Оглаской? Вы боитесь огласки? Это в законе о полиции написано. Я страховой у вас. Дождусь. Да на, возьми свой страховой полис. На вы, попрошу. Да на, с тобой, что ли, на вы? Товарищ водитель, я сейчас требую от вас прекратить ваши неправомерные действия. Какие? Неправомерные в чем? Это где запрещено законом? Это я вам. Норму назовите. Я от вас требую. Я не буду разговаривать с необразованным, неграмотным инспектором. Антон Александрович, да. Попрошу вас выйти из автомобиля. На основании каком? На основании. Ну, у вас будет составлен машина. Хорошо, составляйте, я подожду здесь. 19-3. Я подожду здесь. 19-3? Да. У вас же документы. Абсолютно. Не надо меня опять хватать. Машину, товарищ. Где вон документы? Вы сейчас составляйте, я подожду здесь. Я сейчас вызову сюда защитника своего, и мы будем составлять. Из машины. Да для какой цели? Вы не будете. Так составляйте, пожалуйста, снимать. Хорошо. Составляйте. Выкидывайте. Составляйте, да. Хорошо. Вы зачем это делаете? Что делаю? Ну что, зачем вы выкинули? За тем, что они мне мешали проезду. А вы их ставили? Препятствия. Вы их ставили? А вы их поставили? Мы их поставили. Хорошо. Мы их поставили. Хорошо. На вас будет тогда по 12.33, да, у нас составлено? Хорошо. Хорошо. Договорились, на должностное лицо. Составляйте, я буду подожди. Входим. Я сейчас позвоню своему защитнику. Ключи мне верните, пожалуйста. Я управлять не буду. Дальше слышите, да? Значит, даю опять дальнейший сценарий. Если вы сейчас... Я говорю, основание какое вы? Для чего я должен выйти? Вам будет имени Насилова. Вы же документы просили. Будете, я вас... Я же вам передал документы. Принудите. Выйдите из автомобиля. Я вам документы передал или нет? Да что же это такое? Можно я совершу звонок своему защитнику или нельзя? Звонок. Вы ключи мне верните. Ключи мне верните. Вы слышите меня? Вы меня слышите? Ключи мне верните. Я что-то непонятное говорю. Верните мне, пожалуйста, ключи от автомобиля. Я сейчас сделаю заявление о похищении моей собственности. Вы почему украли мои ключи? Товарищ водитель, мы ходим. Вот скажите, вот это законно? Вы сейчас говорите за законность. Ключи почему? Если бы у вас отобрали ключи, законно были? Подъехать, ты насладись, выкинули. Я ехать, какой связь? Ключи мне дайте мои от автомобиля. Зачем вы ключи забрали? У вас документы мои, куда я дам? Все документы мои у вас. Мы ходим из автомобиля. Товарищ водитель. Мы ходим из автомобиля. Ключи дайте, я машину закрою. Выходим из автомобиля. Перепарковать можно машину? Нет. Она здесь будет стоять? Я вам не доверяю. Вы садитесь. Я при вас припаркую автомобиль. Садитесь из автомобиля. Она здесь будет стоять, машина на дороге? Вы меня слышите или нет? Машина на дороге будет стоять? На дороге будет стоять. Мы сами, дорогие. Мы сами? Вот это шутка, мать твою! Хорошо. Выражайтесь. Закрой, можно я вышел из машины? Закрой, можно машину? Пожалуйста. У меня там ценные вещи, возьму в машине. Говорю, у меня документы. Пожалуйста. Сейчас сумку возьму. Уйти. Да я не пытаюсь уйти. Я пытаюсь сумку убрать, кошелек свой. Телефон. В машине нельзя снимать. Тогда давайте на улицу. Я вам оформляю. Нет. Я пошел вам навстречу, пошел свет. Дайте мне свет. Можно свет пойду выключу? Вы даете мне повод полагать, что вы хотите убежать. Да не собирайся убегать, не убирайте. Не собирайте ответственности, товарищ Владимир. Да куда у вас мои документы? Со всем уважением. Нажмите кнопку, закройте автомобиль мне, пожалуйста. Ах, вот у нас будет охранник, мой напарник. Ну, кнопку можете нажать? Я вам еще раз говорю. Будет охранником мой напарник. Опять охранником работал, да? Берите выше, парковщиком. Да, мои ключи, да, были похищены сотрудником. Не надо телефон, трогать мой телефон, пожалуйста. Хорошо, вы оформляете. Еще чем раз, запрещено? Да. Оформляйте по 19 за то, что я снимаю. Закон. Хорошо. Хорошо. Включайте. Давайте по 19. Я не буду выключать телефон, я еще раз скажу. Ну, непонятно, я говорю вам. Скажите мне. Что? Но непонятного? Тем, что вы не сослались ни на одну норму до сих пор. Вот за все время вы не сослались ни на одну норму. Вы мне запрещаете, телефон. запрещаете. Но на самом деле чего вы запрещаете, я не знаю. Включайте.
на основании законодательства российского. Это же вам не Украина какая-нибудь, это Российская Федерация. Здесь все строго в рамках действующего законодательства. Ну, норму назовите мне, я вам скажу, есть такая норма или нет. А кто сказал, что он должен называть? Что значит, кто сказал? Вы не знаете законов? Я знаю, вы не знаете. Вы не знаете. Вы применяете физическую... Петрович! Положи! Положи! Телефон выключать. Я не буду выключать телефон. Подведи сюда понятых, пожалуйста. Понятых сюда подведи, пожалуйста. Подойдите, пожалуйста, ребят. Значит, слушайте дальше. Сейчас от водителя я требую прекратить видеосъемку в служебном автомобиле, так как это запрещено. От водителя требуется ответ. Либо да, либо... Ключи забрали. Ключи забрали? А протокол изъятия составили? Нет. До сих пор протокол изъятия не составили. Заставляли мне фишку под ней. Которая на дороге валялась. А эти за что шкурят? Кого? Ну, еще позади тебя две машины стоит. Ну не ты. На тебя? Да. А. А понятые они чему? Что документы не передавал. А, документы сейчас у них? Отказывался. Давно у них. А понятые это видели? Видели. Все видели. Ну, все, мальчик, сумку не отдают. И сумку еще украли? Получается так. Ёлы-палки. Да тут вообще рецидивисты. Ключи украли, сумку украли, все украли. Иди к вам, господи. Вот этот тот мусор пластиковый, а он где, на дороге располагался? Без знаков, без ничего, без знаков объезда препятствия? То у нас здесь Климановый номер 2? Я не знаю. Неудобно, да, когда грамотные сотрудники полиции? Неудобно, да? Ну, наверное. 15-3. А, вытащили в машину, там, вытаскивали, ломали. Физическую силу применяли. Смотри, да. И это наши защитники. А вы с какой-то организацией? Вы ко мне обращаетесь? Ага. Закон о полиции сразу по боку пошел. Но если обращаетесь, то представляться надо уметь. Хотя бы фамилия, звание назвать. 7-26-26. А? Вещи отдам. Да, о. А ключи от машины можно забрать? Я уезжать никуда не буду, у вас документы мои. Подождите, а вы ключи изъяли? Протокол изъятия ключи имеется? Подождите, Артур, дайте мне ключи, пожалуйста. Если капитан сейчас знает, можно вас попросить? Мы узнаем, сейчас уедет. Как я уеду? Вот я с вами стою. А, это мера обеспечения не уехать. А протокол изъятия ключей имеется? Это мера обеспечения, да? Изъятие ключей. Обращаетесь ко мне? Капитан, обращаетесь ко мне? Я имею право. Обращайтесь ко мне. Кому я должен представиться? Кому я должен представиться? Кому я должен представиться? Ну, голос не повышай. У вас со слухом видно плохо. Дома будете голос повышать. Не указывай. Дома будет жене указывать. Оу, жена! Хлопья с молоком быстро дала. Ну, ложку хотя бы дай. Дома под одеялом будешь указывать жене. Нам не надо слов повышать. Буду вам указывать, да, купил вас, да, оплачиваю своих слуг.